Почему вы сегодня в церкви? Я даже не могу сказать, почему, но в душе, наверное, просит чего-то хорошего, позитивного. Вот. Посещаете храм регулярно? Да, посещаю. И завтра будете? Ну, я думаю, что буду. А сегодня с булочками приходили, с яичками? Да, с Пасхой. Пожалуйста. Ну, как получается, иногда получается красиво, иногда не очень. Ну, наверное, вот. Пасочка, яйца, соль. Я всегда освещаю. А как смотрите на ситуацию с коронавирусом? С коронавирусом? Ну, знаете что, я думаю, есть, конечно, опасность. Надо соблюдать, может, какие-то правила. Но, может, больше даже надуманного, с моей точки зрения. Я же пользуюсь интернетом, естественно, и в ногу со временем иду, так сказать. Ну, я не знаю. Я для себя считаю, что суждено, то не избежать. Вот, поэтому, а храм это же, ну, наверное, надо думать о хорошем, о позитивном. Вот, и я всегда молюсь за детей своих, может, не так за себя, потому что вот за внучку, за детей, вот так вот. Как Суворов говорил, мы русские, с нами Бог, понимаете, нет, и не боялся ничего, и ни одного поражения, как и князь Владимир наш, который крестил Русь, ничего не боялся, никого, ни к врагам шел, а и травили, и душили, и все, и ничего, вы победили. Александр Невский то же самое, Федор Ушаков наш известный. Полководцы, наши современные, ничего не боялись, шли вперед, и мы будем идти вперед, да, помоги Господи, с праздником все. Аминь, с праздником, Отца и Сына Святого Духа, аминь. Уже будем здоровы. Молодец, спасибо, Вася, молодец, Вася любит ага. Да. Спасибо, Вася.